снаряжение. Похоже, затем на... Почти достал. Я был так близко. К тому, чтобы утонуть, а не к всполохам. Морлунд, ну хватит. Нет, я не сдамся. Тогда ты тут умрешь. Один. И мы даже не выловим твой труп из воды. Мы уходим. Мечтатель должен выбрать свою судьбу. Будет он жить или уступит смертельному соблазну? Привет. Значит, этот древний город в песках, он затоплен? И тут явилась воительница Нора. Да. А вы необычные собиратели, как я вижу. Что это? Это нырятельный пузырь. Первая модель. Вторая была лучше, но там воздуховод зацепился. Застряла под водой. Ты спускаешься в нем? Ну, не специалист вряд ли поймет. А это довольно умно. Прости, позволь напомнить. Ты в нем застрял и чуть не утонул. Но не хватает портативности. Коленная пластина машины? Понадобится фильтр. Синтетическая мембрана. И шланг к баллону с сжатым воздухом. Молоты клещи. Что здесь происходит? Иди сюда. Она чужачка. Твое имя? Элой. Морлун. Уже не чужачка. Болван. Пошли. У меня тут есть мой старый чертеж. Погоди. Сперва парочка вопросов. Как скажешь. Коллега. Коллега? Не слушай его. Что там такого важного, что ты рискуешь жизнью? Ну... Морлунд, меня вообще не интересуют трофеи, ясно? Все, что ты найдешь, твое. Ладно. Что, если я скажу тебе, что мы добываем самые ценные сокровища, вообще известные людям? Давай ближе к делу. Сразу к делу? Отлично. Узри. Всполох. С виду мусора кусок. Ну, сейчас да, но... Но, если подать искру, эти великие творения предтеч рисуют в воздухе завораживающие картины. И внизу, в руинах, их полно. Целое пиршество, услада для глаз. Как и рассказывал мне дедуля. Значит, всполохи проецируют образы? Световые картины. Невероятные. Из этого представала самая прекрасная девушка на свете и приглашала всех к столу отведать лобстеров и мясные закуски. В детстве я часто любовался ею в дедулиной мастерской. И что с ним? Со временем они угасают. Я рыдал весь день, когда потух этот. Но внизу их полно. Сама увидишь, если спустишься, как я, и как когда-то мой дедуля. Как твой дед нашел эти всполохи? Он был там 40 лет назад. Один из первых походов за трофеями на запад. Он обнаружил этот древний город, постиг тайны его глубин.
и отыскал внизу зал со светящимися всполохами. Он забрал сколько смог и принес домой. Всегда хотел вернуться за новой партией, но не собрал средства на поход. А еще он мечтал устроить зрелище с помощью всполохов. Такое, какого мир еще не видел. Интересно у тебя, дед. Истинный трофейщик и артист. Он умер. Но я исполню его мечту. Я найду всполохи и устрою зрелище, что и его потрясло бы. С твоей помощью, конечно. Что именно произошло там, внизу? Великий поход за трофеями. Повторение пути моего дедули. Под этой постройкой есть огромное помещение, купол, защищенный от песков. Мы построили здесь механизм для удобного подъема и спуска. Замечательная конструкция, плод тяжких... Ясно. И все же, что случилось? Там внизу перед нами предстали сокровища, что нашел дедуля. Всевозможные картины, парящие в воздухе. Танцующие дамы, игры и монеты, обещание джекпота. Не знаю, что это, но точно хорошее. Но потом что-то изменилось. Все картины стали морскими. По ним побежали волны и рыбы. Это был будто странный подводный сон. Сон Посейдона. Да. И внезапно раздался ужасный шум. А потом из пола начали бить потоки воды. Значит, вода потекла из пола и все затопило? Затопило вмиг. Я такого не видал. Мы рванули на подъемнике наверх, а под нами ударила огромная волна. Пораженный, я не сдался и собрал нырятельные пузыри. Первый и второй. Опробовал оба и дважды едва не утонул. Абадунт вне себя. Считает, что я спятил. Но я не могу все бросить. Я почти у цели. Еще немного, и всполохи будут моими. Попробую помочь тебе. Да. Может, ты сможешь. Вы не похожи на обычных трофейщиков. Так мы и правда не трофейщики. Мы выступаем. Вы артисты? Ты же Нора и не знакома с искусством. Мы устраиваем представление по всей жиле. Стэмур рассказывает истории, которые я дополняю разными звуками и фейерверком. А Бадунт, он, ну... Ноет. Заведует прибылью, что способствует вечному нытью. За трофеями мы идем, когда нужны новые для зрелища. Поэтому этот поход настолько важен. Там очень глубоко. Может, я просто нырну? А у тебя есть жабры? Шахта глубиной в полсотни бочек. Озерам только дай что-нибудь бочками измерить. Так вода ведь жидкость. Подходит. Так или иначе, дыхания мне не хватит. Хватит. С новым изобретением. Пойду искать нужные детали. Во второй версии пузыря есть целый баллон сжатого воздуха, но пузырь застрял в шахте. Если ты выплыл живым, то и я смогу туда нырнуть. Хорошо. Остальные детали можно добыть из машин. Стэмур видел статок юга отсюда. Добуду. Тогда возвращайся, когда все найдешь. Удачной охоты. По словам Морвинда, стадо должно быть к югу отсюда. Неплохо планирует.
Наблюдающий за территорией дрон. Нужно извлечь его данные. Может, нужно на что-то залезть, чтобы запрыгнуть на дрон? Давай-ка со мной!
Данные у меня. Осталось подключить дрон к куполу. Так, стадо должно было быть здесь. Наверное, машины ушли. Надо бы найти следы. Попробую поискать. Вот. Следы приведут меня к стаду. Видимо, отсюда стадо отправилось в путь. Нужно идти по следу в другую сторону. А вот и машины. В них должны быть нужные детали. Огонь здесь не поможет. Так, вроде все. Но куда подевалось стадо? Еще машины. Сперва разберусь с ними. Визор может засечь что-нибудь, что я упустила.
попробую этим воспользоваться. Надо осмотреть машины и найти неповрежденную мембрану. Вот синтетическая мембрана нужного размера, но она порвана. Поищу в другой машине. Коленная пластина. Отлично. Наконец, мембрана у меня. Ладно, детали машин я нашла. Осталось забрать баллон сжатого воздуха из пузыря Морлунда. Thank you.
Я думал, мы наконец-то уйдем из этого клятого места. Баллон сжатого воздуха нашла. Хорошо, что Элойна нашла. Теперь у меня есть все детали для сборки. С каждым днем пустыни щитовод становился более угрюм. Чем могу помочь, коллега? У меня есть все, что нужно для... Волшебной подводной маски. Может, просто подводной маски? Как скажешь. Верстак к твоим услугам. Вот оно, наше чудо. Если сработает, дашь попробовать? Не терпится нырнуть и достать всполохи. Хорошо, если не утону. А что ты хочешь найти там внизу? Сложно объяснить. Кое-что, что вызвало поломку устройства, которое управляет этим городом. Думаю, это причина потопа. Я думал, это мы причина, что ловушка сработала. Уж не знаю почему. Я рассказывал, картинки вокруг нас сменились на морские пейзажи. Была красная вспышка, а потом заревели потоки воды. Стой, красная вспышка? Красный огонь. Рядом с решеткой. На полу, откуда хлынула вода, как маячок. Сигнал тревоги. Спасибо, я запомню. Надеюсь, поможет. Удачи тебе. Так, глянем, работает ли эта штука. Мы точно доберемся до всполохов, я уверен. Оптимизм всегда полезен, пока не приведет тебя в челюсти к машине. Пессимизм. Он может спасти шкуру, но повредит твой дух. И снова наш щитовод был сражен метким словом. Завали горнило, Стэм. Может, сделай рук Морланда. Интересно, работает? Воздух пустыни заставил слагателей мечтать о глотке Эли из источника. Вот тут с тобой не поспоришь. Ну, кажется, дальше не уехать. Ага, неплохо. Я и правда могу тут дышать. Не подвела. Я никогда еще не заплывала так глубоко.
Все началось прямо здесь, больше 30 лет назад. Тогда казино еще называлось Темпо. Одна ставка перевернула мою жизнь. Но теперь удача совсем отвернулась от нас. От всех нас. Сейчас я выключу свет в последний раз. И мой новообретенный дом станет пересохшим колодцем. Что ж, моя мечта погибает. Но я хотя бы могу с ней попрощаться. Стэнли Чен. Что он тут делает? Этот зал накрыт куполом. Thank you.
красный свет. Тревога! Угроза затопления. Системы дренажа отключены. Для аварийной очистки перезапустите первичный и вторичный модули насоса вручную. Очистку можно запустить на насосной станции. Если я проведу очистку и вода уйдет, смогу драться с той машиной на твердой земле. Но сперва надо перезапустить пару модулей насосов. Судя по карте, к югу отсюда будет проход к первому модулю. Ведет меня к модулю насоса. Здесь внизу, видимо, целая сеть тоннелей. Водопровод для всего города. Отсюда не достать до выступа. Может, я сумею почему-нибудь забраться? Теперь я хотя бы взбодрилась. Один модуль есть. Уплыву обратно и найду проход ко второму модулю.
карте второй модуль должен быть на другой стороне купола. Я отключил вторичный модуль. Фонтаны иссякли. Шоу закончилось. Да и некому уже было им любоваться. Никогда не забуду, как мы вновь открыли город. Фонтаны столько лет простояли сухими. Никто не верил, что они заработают. И когда первые струи взметнулись под потолок, заиграла музыка, мое сердце тоже воспарило. Этот город однажды дал мне второй шанс. Я отплатил ему взаимностью. Купола, водопровод. Это он все это сделал. Модули перезапущены. Осталось активировать аварийную очистку на насосной станции. Судя по карте, насосная станция находится в южной части города.
башни. Послушная пусть не станция. Но... Вот и мой вход. Посмотрим, куда я попаду. Я на насосной станции. Надо найти консоль и запустить аварийную очистку. Осушить это место. Теперь можно разобраться с машиной, охраняющей дверь в другом конце купола. А потом я наконец доберусь до того, кто прячется за той дверью. До Посейдона. Так будет проще. Почти вся система отключена. Осталось только вырубить питание в центре управления. Что ж, вот и все. Последняя прогулка по бульвару Стрип, и огни потухнут навсегда. Хорошо, что я не увижу, как все разрушается. К моменту, когда сюда доберется Рой, Одиссея будет уже на пути к Сириусу. Жаль, что в последний раз я увидел город пустым. Город, который уже погиб. Стэнли Чен был одним из них. Зенитом. Но он так много сделал для этого места. Он не похож на злодея. Похоже, очистка отключала не всю воду. Thank you.
Эти машины не смыло очисткой. Я могу прокрасться мимо и сперва разобраться с большим. Электричество тут поможет.
Это чудо! Давай, давай! Да ты... ты понизил уровень! Да, но есть новая проблема. Мимо нее не пройти. Забрать всполохи. Искатели приключений смотрели на жуткую тварь и понимали, что им предстоит. Что? Ты спятил? Тише. Она спасла наш поход. Ну ладно. Будьте наверху и готовьтесь открыть огонь. Холодная как...
Ну же, господа, шевелитесь! Все хорошо? Более чем! Это ты? Это победа! Ха-ха-ха-ха! Все всполохи мира теперь наши! Благодаря тебе! Это очень трогательно. Но может мы уже того? Заберем все, что сможем, и свалим, пока не явилось еще какое-нибудь чудище. Нет, не спеши, щитовод. Победами наслаждаются. А вот нашу подругу задерживать не стоит. Внизу ее ждут великие дела, я ведь прав? Да, конечно. Мы можем помочь. Я и сама справлюсь. Как скажешь. Мы начнем поднимать всполохи наверх. Если что, кричи. Хорошо. Дом должен быть где-то за этой дверью. Нужно приступать. Посейдон должен прятаться в каком-то процессоре. Надо найти консоль и получить доступ. Вот, та консоль мне подойдет. Я не могу. Не могу просто бросить это место. Я оставлю все в спящем режиме. Эта система рассчитана на десятилетия, а то и на века. Надежды мало. Но вдруг... Однажды, вопреки всему, кто-нибудь отыщет этот город, увидит его огни и чудеса, сможет найти здесь свою удачу и влюбится в него, как я. В конце концов, если существует второй шанс, если фонтаны могут бить посреди пустыни, возможно все. Он был прав. Я верну тебя домой, Посейдон. Гея. Да. К матери. Все воды текут к ней. Элизабет Собек. Альфа Прайм. Активирован главный блокиратор. Идет восстановление хода функции Посейдон. Отлично. Теперь верну его Гея. Перезагрузка системы. Похоже, извлечение Посейдона перезапустило энергосистему города. Морланд с командой, наверное, уже наверху. А с ними неподъемная куча всполохов.
Запас лишним не будет. Это подъемник, что я находила. Может, лучше проехаться на нем, чем карабкаться наверх. Что? Орел? Сколько все это? Вот о таком всегда и мечтал, дедуля. Там еще. Воплотив мечты, герой почтил память дедули и узрел море пустынных огней. Его глаза блестели. Когда я в детстве видел всполохи, я и мечтать не мог о чем-то подобном. Спасибо, Элой. А ты нашла, что искала? Нашла. И теперь мне пора в путь. Да. Возвращайся, как сможешь. У меня большие планы. Я думала, ты устроишь представление со всполохами в жиле. О, нет. Вот представление. Только представь себе. Люди из всех земель приходят, чтобы увидеть все это. Еще и еда, и хороший ночлег. Разнообразные выступления артистов. И еще. Азартные игры. Вот на них-то мы и заработаем. Новая мечта, да? Я надеюсь, она сбудется. Прощайте, господа. Этот поход величайший навеки. Благодаря тебе. Если Морланд и его ребята останутся здесь, можно будет потом их навестить. А сейчас надо вернуть Посейдона Гея.
Но сперва стоит осмотреть все эти древние руины. А с новой подводной маской я могу нырять на большую глубину. У меня как раз были дела под водой. Если Банук не замерзает, я тоже выйду. Приветствую, Лой. Вижу поси... Эйдон уже у тебя. Посмотрим, что тут у нас. Прекрасный выбор. После слияния с Эфиром, Посейдоном и Деметрой, мои вычислительные мощности значительно увеличились. Теперь я смогу поглотить Гефеста. И, к счастью, нам удалось составить план по его поимке. С помощью Варла, Бета проанализировала все доступные данные о Гефесте. Он распределен по всей планете. Канал лучевой трансляции не справится,
а ядро, которым ты пользовалась, его не сдержит. Поэтому его нужно подключить ко мне напрямую в особом месте, где есть два ядра данных. Два ядра? И где мы найдем такое место, близнецы? Это заброшенный котел в пустыне к западу отсюда. Сейсмическая активность нарушила его структуру. В итоге было создано два ядра данных. Я там бывала. Это рядом со столицей пустынников. Придется перенести тебя туда. Я разработала чертеж подходящего носителя. Устройство крупное. Но два человека смогут отнести его к котлу. Я помогу. Как только я займу первое ядро, я вызову Гефеста в другое и запру в нем. Затем я начну слияние. Однако в создании носителя мне понадобится существенная помощь. Сможешь сделать? Наверное, смогу, но это все напрасно. Зениты вас найдут. Минерва не сможет скрыть вас в котле. Это верно. Поглощение Гефеста создаст мощный импульс, который будет легко заметен на их аппаратуре. Может, устроим несколько импульсов и обманем зенитов? Если Эрент, Зо и Катала пойдут в другие котлы и создадут там похожие импульсы, это скроет сигнал из близнецов? Анализирую. Эта тактика может сработать. С помощью беты мы построим набор переносных и импульсных генераторов. Говорю вам, это не сработает! Я проверила! Гефест удалил из модуля доступа протокол допуска Альфа. Вам его не захватить! Значит, нужен допуск посерьезнее. Но такого не... Допуск Омега Тедефаро. С ним он стер базу данных Аполлона и убил всех Альф. Но он хранится в его секретном бункере. В Фивах, где он спрятался от конца света. Никто не знает, где это, даже зениты. Известно только, что он был где-то в Сан-Франциско. Возможно, этого хватит. Альва, искатель Квен, сказала, что ее племя построило лагерь в причале. Они оттуда ходили за данными в Сан-Франциско. Она сможет нам помочь. Придется идти на Дальний Запад. Пока меня не будет. Ты сможешь собрать носитель и генераторы? Попробую. Я найду все нужные детали. Альва сказала, что у Квен на побережье есть паром, на нем они плавают в Сан-Франциско. Будем надеяться, что там меня ждет добрый прием. Элой, мне удалось открыть еще одну комнату рядом с серверами. Хорошо. Привет. Здравствуй, Элой. Все эти данные, что я нашла в древних бункерах и руинах. Никогда не думала, что кто-то еще сможет их увидеть. Согласно моим наблюдениям, твои спутники часто обращаются к тем материалам. Эрент неоднократно спрашивал о вечеринках на день рождения. Его озадачил обычай подавать в этих случаях сладости. Потому что он идет вразрез с обычаем Азирам подавать крепкий эль. Также он предложил устроить сюрприз-вечеринку именно для тебя. Пожалуй, обойдусь. Так я и предположила. Теперь, когда эфир Посейдон и Деметра с тобой, биосфере уже лучше? В этом регионе условия улучшились. Аномальные бури стихли, большинство водоемов очистилось, а почва вновь стала плодородной. Все это позволит природной среде продержаться на несколько месяцев дольше. Ну, если нам повезет, скоро у тебя будет и Гефест. С ним ты сможешь восстановить биосферу, правда?
Верно. Я смогу разработать и произвести новых роботов, которые сумеют ликвидировать нанесенной планете ущерб. Меня удивляет одно. Как Тед Фаро смог создать допуск уровня выше, чем у Альф? Элизабет оградила проект от его посягательств. Вероятнее всего, он поручил своим инженерам создать лазейку в систему нового рассвета. И скрыл это от Элизабет. Моя предшественница вообще не знала об этом, пока Тед Фаро не уничтожил базу данных Аполлона. Это уязвимое место проекта. И с его помощью мы захватим Гефеста. К счастью, благодаря сведениям от Беты, мы знаем, где может храниться допуск Омега. Да, где-то в Сан-Франциско. Мы должны захватить Гефеста. Пробежимся по плану? Как пожелаешь. Бета провела испытание и выявила, что Гефест не откликается на ваш допуск Альфа. Именно поэтому ты должна найти допуск Омега Теда Фаро. Да, в его личном бункере, Фивы. Пока ты этим занята, я помогу Бете создать устройство транспортировки и генераторы импульсов. Вы должны перенести меня в Близнецы и установить на одно из ядер котла. Второе ядро для Гефеста. С допуском Омега вы сможете его захватить. И потом ты его поглотишь? Не сразу. До слияния вы должны будете вручную очистить Гефеста от вредоносного кода. Сколько на это уйдет? Я еще не закончила все расчеты, но предполагаю, что несколько часов. А остальные проведут отвлекающий маневр с помощью генераторов импульсов? Верно. Каждый из них займет свою позицию у котла и запустит устройство. Волна энергии должна скрыть наши действия до завершения слияния. И тогда у нас будет все, чтобы победить Зенит. Неплохой план. А Каталло уживается с остальными? Вполне, хоть и предпочитает оставаться в одиночестве. Он систематизирует данные о развитии боевых машин и серьезных битвах времен Чумы Фаро, чтобы более детально воссоздать полную карту операции «Свобода». Думаю, он намерен изучить тактику боя древних армий. Интересно взглянуть. Кажется, он считает это личным делом. Он настойчиво отклоняет мои предложения помочь в исследованиях. Бета убеждена, что мы не сможем захватить Гефеста. Думаешь, с таким отношением она сумеет собрать носители генератора? С ней нужно поработать, но с моей помощью у нее все получится. Я ее не понимаю. Она уверена, что нам конец. Она не похожа на ту, что я представляла. Может, ей лучше остаться здесь и не ходить в Близнецы? В затопленном Вегасе я нашла данные о человеке, построившем купол над городом. О Стэнли Чене. Оказалось, он улетел с дальним зенитом. Но если он так любил Вегас, почему он его бросил? Не попытался спасти? Зениты всегда думали в первую очередь о собственном выживании. Когда смерть человечества стала неотвратимой, они сбежали. Все равно. Он сделал так много. Воды посреди пустыни, целый город вернулся к жизни. Тысячу лет все эти здания стояли и ждали, пока кто-нибудь не придет и не пробудит их. Значит, в Близнецах два ядра. Не видела таких котлов. Ты упоминала сейсмическую активность. Когда моя предшественница создавала тот котел, строительству помешала серия землетрясений. Ядро данных было уже закончено, но в итоге весь объект сильно пострадал.
и она начала заново. Так появилось второе ядро. Однако, после повторных толчков, она бросила строительство. Повезло нам. Толчки продолжаются? Нет. Но из-за них и другие объекты в том районе стали работать нестабильно. Ты применила способности Посейдона? Да. Большинство рек, ручьев и озер в этой местности очищены от загрязнения. В итоге количество красных водорослей значительно снизилось. Однако, согласно моим данным, возле побережья все еще располагается самая большая колония красных водорослей. Может, попробую с ней разобраться. Значит, Посейдон последние 20 лет прятался в Лас-Вегасе. Я нашла данные, что в городе была продвинутая система водоснабжения. Поэтому Посейдон ушел туда. Вероятно. Посейдон пытался защитить себя и нашел убежище с постоянным доступом к системе водоснабжения. Там, находясь под землей и под защитным куполом, он мог противостоять любым угрозам. Ты про трех артистов Азерам? Подозреваю, что это был не первый раз, когда он прогонял визитеров. Увидимся, Гея. До встречи, Элой. Мне кажется, это что-то очень необычное. Это просто. Если бы сюда появился еще один я... Да брось. Я серьезно. Я тоже. Я врубаюсь.
Нет, ты идешь к побережью. Если будут нужны припасы, загляни в срез воды. Это деревня Долинников к юго-западу от рощи. В самой гуще джунглей. Ясно. Спасибо за совет. Значит, десятые носили бедение с собой. Поговорим? С тобой, конечно. Я собираюсь на западное побережье. К руинам, затянутым туманом. Да. Ищу одно племя, Квен. Встречалась с ними однажды. Говорят, они приплыли сюда из-за океана. Я надеялась, что Тенакт что-то знают о них. Были слухи о чужаках в том районе, но мы думали, это бандиты. Хикара посылал туда отряд, но я не помню, чтобы они вернулись. Как ты знаешь, были более насущные проблемы. Прости, это все, что я знаю. Ничего. Думаю, я скоро сама выясню. Есть кое-что, что я хотел бы обсудить с тобой. Это... личное. Найдется немного времени. Что у вас тут интересного произошло? Я нашел подходящее место для тренировок. Да? И где же оно? Снаружи, над лагерем. Там гнездо светокрылов, всегда готовы к бою. Не думал тренироваться с кем-то, кто не хочет тебя убить? В тренировках пропадает смысл. Нашел что-нибудь, пока готовился? Гея рассказала, как найти записи о военном ремесле мира предтеч. Я знал, что десятые сражались с машинами, как и мы сейчас. Но, похоже, после них воинов-людей не осталось. Позже повелители посылали машины биться с другими машинами. В войнах. За земли. И богатство. Тенакт хотя бы не боятся рискнуть своими жизнями, если начинается война. Это честный путь. Но, может, еще лучше было бы совсем без войн? Да, конечно. Хикара тоже так считает. Ты изучал с Визором что-нибудь еще? Гея показала мне... знания, которые ты нашла в пустыне. Я не духовник, но было бы интересно проверить кое-что оттуда. О чем ты? Предтечи считали, что даже посреди пустыни можно услышать шум прибоя. Нужен только панцирь морского животного. Они называли его раковина. Звучит как-то мерзко. Чем ты занимался? Варл спросил о различиях между кланами моего племени, и я рассказал ему историю Тенакт. Сплошь смерти и кровопролитие, но также великие подвиги и свергнутые тираны. Может, и ты захочешь послушать, когда мы завершим наш поход. С удовольствием. А как Тенакт отдыхают, ну, когда устают от тренировок? Играем в стычку. Твой друг Азирам Эрент неожиданно хорошо играет. Правда, меня он пока не побил. Нужно мыслить тактически и не забывать о стратегии. Звучит, как очередная тренировка. Ты сказал, что хочешь о чем-то поговорить. Я разговаривал с Геей.
Она рассказала, что зениты усиливают свои тела железными частями. И я подумал, не поможешь мне сделать так же? Ты хочешь себе новую руку? Да. Я уверена, мы сможем сделать такую штуку, если я достану нужные данные и детали. Она считает, их можно найти там, где Бетта пряталась от зенитов. В старой лаборатории. Ты лучше меня знаешь механизмы мира предтеч. Мне пригодится твоя помощь. Это может быть опасно. Зениты, наверное, еще следят за тем местом. В первый раз нам повезло сбежать оттуда. Ясно. Но, кажется, рискнуть все же стоит. Во имя десятых мы справимся. Мне пора идти. Впереди долгий путь. Если потребуется подкрепление... Я позову. Сообщу, когда буду у лаборатории. Мы добудем детали для новой руки. Спасибо, Элой. Похоже, Гея сумела отпереть эту дверь. Что это была за комната, Гея? Здесь планировалось устроить центр диагностики для наблюдения за ремонтным залом. Большинство оборудования было повреждено в период контроля Минервы над комплексом. Она очень не хотела меня пускать. Надо быть осторожнее. Дженсен едва не раскусила мои планы, когда мы проводили диагностику центра. Ничего не имею против остальных членов команды, но... Уверен, в Элизии всех их ждут любящие семьи. А я... Я даже похоронить Августа не смог. От него остались лишь мои воспоминания. Нельзя допустить, чтобы и они исчезли. Хранилище для нас и только для нас. У нас 11 недель на завершение чертежей. Дальше всем займется Гея. Хранилище?
Это еще одна комната в комплексе? Похоже, здесь нужна энергоячейка. Кто запер эту дверь? Бета просила предоставить эту комнату ей в пользование. Дверь заперта по ее просьбе. Ясно. Теперь консоль работает. Судя по этим данным... Гефест пытался взломать защиту ремонтного зала. Только ему это не удалось. Здесь, если что. Привет. Опять я. Что-то еще? У тебя есть все для сборки носителей и генераторов? Гея прислала мне чертежи. Все будет скромно. Без возможностей Гефеста, но... Сработает. Но без допуска Омега все бессмысленно. Я найду его. Просто подготовь носитель к моему возвращению. Ты хоть раз поднималась наверх? Ни разу. Варл иногда спускается ко мне, спрашивает, как дела. Я думала, он следит за моей продуктивностью. Но иногда кажется, что он правда хочет поговорить. Да, думаю, так и есть. Ты общалась с кем-нибудь в лагере? Я общаюсь с Геей. Она спрашивает, как у меня дела, и интересуется моим мнением. Не ожидала такого от Ии. Скажи спасибо, Элизабет. Это она дала Гее эмоции, а не только алгоритмы действий. Знаю. Благодаря независимым личностным суждениям, предыдущая версия Геи создала тебя. Ну... Да, наверное. А с кем еще ты общалась, кроме Варла и Геи?
Зора сказала о вашей встрече после твоего побега с полигона Аида. Я не знала, что тебя сильно ранили. Если бы зениты убили тебя, все живое на земле погибло бы. Мой побег стал бы напрасным. Но они меня не убили. А благодаря Варлу и Зо, я снова на ногах. Ты сказала, вы с Варлом общаетесь. О чем? Он рассказывал о вашем племени, Нора, и о вашей инициации. Я сказала, что если бы родилась у вас, я бы никогда ее не прошла. К ней и правда нужно долго готовиться. Но в племени живут не только охотники. Думаю, мне бы и другое не подошло. Ну, тогда хорошо, что ты не Нора. Что еще расскажешь о Тильде? Она любила поговорить о картинах. О себе говорила, о своей жизни на земле, как она попала к зенитам и прочее. Она мало рассказывала о себе и злилась, когда я слишком много спрашивала. Но, думаю, на земле она была опытным программистом, раз создала виртуальный мир втайне от других зенитов. Ты знаешь о ней что-нибудь еще, что нам могло бы пригодиться? Она была первым человеком, который говорил со мной. Я не оценивала ее сильные и слабые стороны. Тильда связалась с тобой через виртуальный мир? В моем интерфейсе обучения появилась новая задача. Когда я ее открыла, случилась серия программных сбоев. Я поняла, что это был шифр транспозиции. Инструкции, как открыть новый виртуальный мир. Когда я вошла в него, привычный интерфейс исчез. Вместо голографических учителей и файлов я увидела точную копию ее дома. И ты уверена, что другие об этом не узнали? Для них это выглядело, будто я учусь. Одна. Этот тайный виртуальный мир был домом с видом на океан? Я видела гребни волн и слышала, как они разбиваются о скалы. И чайки кричали в небе. А в доме были рамки с ее любимыми картинами, которые менялись вместе с освещением. У нее было любимое кресло. Тильда сидела в нем и смотрела вдаль, пока я изучала дом. Мы проводили там целые часы. Я не хотела уходить. Ты сказала, что Тильда показала тебе картины, а также медиафайлы? Каждый раз она показывала новую картину. Думаю, она была голландкой. Ее любимые полотна относились к золотому веку их живописи. Портреты, аллегории, морские пейзажи. Очень много картин. Тебе не понравилось? Мне понравился медиапортал. В нем было столько всего незнакомого. Клипы, шоу, голозаписи. Мне нравилась программа «По второму кругу», про то, как сын вернулся домой, пропав во время кризиса горячей точки. Ясно. А в том портале было что-нибудь о самих зенитах? Что-нибудь полезное? Нет. Вся информация о них была скрыта. Я пойду. Ага. Пока. Говорят, ты на запад собралась? Оказалось, надо найти еще одну вещь, чтобы вернуть Гефеста. Как же всегда у нас все непросто. Какие у вас тут свежие новости? Зо попросила меня притащить сюда растений.
Ясно, что не для еды. А как по мне, тут и так красиво. Железные стены, простые, но крепкие. Этого достаточно. Зачем тут какая-то зелень? Как дела с Каталло? Все боишься его? А, и шутница нашлась. Вообще-то, мы с ним в стычку играли. Правда, разговаривать мне пришлось с самим собой. Но, видишь, я выжил. Рада слышать. Ты уже, наверное, привык к визору. Теперь я знаю слабые места машин. Это уже кое-что. Вот бы с остальными данными было так же просто. Честно говоря, я и половины не понимаю. А другая половина убеждает, что эту битву не выиграть одним молотом. А я-то силен только в нем. Что ж, значит, пора учиться новым приемам. Надо же быть полезным. Будешь, конечно. Ты отыскал что-то интересное? Да, попросил тут Гею подобрать мне чего-нибудь. И она нарыла лучшее зрелище в мире. Называется спорт. Оказалось, что предтечи любили побегать и побороться друг с другом за очки в разных видах игр. Добавить к этому эли, соленые закуски, половина жилы выстроится в очередь. Мне пора идти. Знаю, что ты скажешь, но помощь точно не нужна. Гея рассказала, что ты нашла новое племя, Квен. Похоже, те еще гады. Я с ними управлюсь. А Варл пока поможет тебе в подготовке к битве. Береги себя, Элой. Элой, ты здесь? Уже встретилась с Квен? Пока нет. Ты столько сделала, чтобы вернуть вспомогательные функции. Нечестно, что теперь тебе придется одной разбираться с Квен. Поверь, так безопаснее. Они вроде как считают, что я собак. Меня они примут. Но вот с другими церемониться не станут. Как скажешь. Если тебе что-то понадобится, дай мне знать. Ты, главное, не отлынивай от занятий, пока меня не будет. Чтобы на меня ополчилось ЗО, я себе не враг. Кстати, я читал про Теда Фару. Как он убил тех, кто спас остатки мира после того, как он его уничтожил и спрятался. Он был тот еще мерзавец. Надеюсь, ЗО не в обиде, что я тебя отвлекаю от занятий. Ну, не думаю, что тебе стоит об этом волноваться. В смысле? Что такое? Прежде чем Зо узнала, как починить духов Земли, я сказал ей, что Гея могла бы просто сделать новых, когда вернет себе силы. Когда мы встроим Гефеста, это будет вполне реально. Так я и сказал. Но, наверное, я сказал это неправильным тоном. Она разозлилась. Сказала, что я ничего не понимаю в их отношениях с теми машинами. И да, так оно и есть. И я не хотел плохо отозваться об их обычаях. Просто хотел предложить свежий взгляд. Как ты обычно. Ну, вроде как любая машина — это машина. Да, видимо, мои идеи пришли с некстати. Ты не виновата. Не переживай. Ты говорил с Зо после ссоры? Несколько часов она упрямо хранила молчание. А потом все же смягчилась. Вроде как. Что мне с ней делать? Откуда знать, что мои слова не приведут к новой вспышке? И вдруг в следующий раз извинений не хватит. Подарить набитое животное? Ты просто отвратительна. А почему ты думаешь, что я разбираюсь в таких вещах? Сам соображай. Снова меня бросаешь, да? Если она меня прибьет, виновата будешь ты. Вижу, вы тут обустроились. Зо планирует посадить здесь разные растения. Говорит, дом должен цвести новой жизнью. Я попросил Эренда помочь. Он лучше голову в пасть щелкозуба сунет. Но идея-то неплохая. Здесь должно быть поживее. Пока Бета с Геей собирают носитель, ты к походу всех подготовишь? Конечно. Что? Ничего, просто скоро все изменится. У нас будет Гея, и она поможет нам все исправить.
Ни зенитов, ни помешательства. Это будет другой мир. Это прекрасно, но... Интересно, что будет с Нора, и с Кархой, и со всеми остальными? Давай сначала закончим с Геей. Ты права. Нам еще нужно победить злобный ИИ. Если я получу допуск Омега, и мы вернем Гефеста, то сможем, наконец, нанести удар по зенитам. Представляю себе их лица, когда на них попрет целая стая громозевов. Машины будут за нас, наконец-то. Если что, я с вами свяжусь. Мы готовы. Все научились обращаться с генераторами импульсов. Класс. Элой, я слышала, ты идешь на запад, за земли Тенакт. А тебе знакомы те места? Только по слухам. Утару рассказывают об острове, что лежит у западного побережья. Зовут его островом Шпилей. Говорят, предтечи построили там башни до небес, чтобы жить вдали от наскучившей земли. Будто не хотели помнить, что все мы в нее вернемся. Звучит очень похоже на Теда Фаро. Ты играла в настольную игру Эренда? В стычку? Это я ему ее подарила. Надеялась, это отвлечет его от грохота, который он называет Death Metal. Но не вышло. У вас с Варлом все хорошо? Я про занятия. Все хорошо. Впрочем, признаю, что иногда неплохо было бы и отдыхать от занятий вдвоем с ним. Но кто тогда присмотрит за Эрендом? Всегда есть Катала. Поручить шумного озера мрачному Тенакт? Отличная идея. Чем вы тут занимались? Я предложила Бетти перекусить вместе. Думала, ей будет уютнее. Может, она решилась бы спать здесь, а не в темном подвале. Она не оценила. Молодец, что пыталась. Без терпения урожай не пожнешь. Я не теряю надежды. Ты много читала о Теде Фаро? Да, и не могу понять, как человек, который так хотел исцелить мир, мог погубить его ради власти и славы. Его душа пала так низко, что я не знаю, ненавидеть его или пожалеть. Похоже, ты тут над чем-то работала. Силы Геи растут, и я надеюсь исцелить наших духов Земли. Пусть некоторые считают, что о них стоит забыть. Я уже извинился! Твой друг считает, что мы должны заменить духов Земли машинами, которых создаст Гея. Не должны. Они заботились о поколениях нашего народа. Их нельзя просто бросить, как сломанные игрушки. Даже если они просто машины с задачами, нельзя так обойтись с ними в час беды. Я уверена, Варл это тоже понимает. Теперь да, но сперва я очень на него разозлилась. Вы в курсе, что я вас слышу? Как подвижки с духами Земли? Код перезагрузки готов? Да. Но впереди еще много работы. Гея предупредила, что духи Земли объединены в сеть, и поэтому код надо передать им всем. Не все они в Песне Долины. За последнее время трое ушли из нее. Соль, Си и До. Их надо искать? Нет, мы знаем, где они. Но добраться сложно. Соль утонула в озере. До забрался в опасный каньон. Си сломалась посреди стада машин. Ясно. Давай так. Ты пойдешь в Песню Долины и все подготовишь. А я займусь Соль, Си и До. Давай координаты и код перезагрузки. Отправляю тебе данные. Мы поставили святилище там, где духи заболели. Увидишь их, значит, ты на месте. И еще раз... Спасибо за помощь. Мы избавим твой народ от голода, Зо. Обещаю. Мне пора идти. Надеюсь, я найду все, что нужно для захвата Гефеста. А потом мне понадобится помощь. Будем готовы.
Снова засаживать.